Авария случилась на Мамайском перевале. Участником дорожно-транспортного происшествия стал грузовой автомобиль, который двигался в центр Сочи. На правом закруглении дороги он не справился с управлением. Автомобиль перевернулся, водитель погиб на месте. Сотрудники дорожно-патрульной службы и отдела ГИБДД своевременно прибыли на место происшествия. Предварительная версия – это несоблюдение водителем скоростного режима. По факту проводится проверка.